В жилом комплексе «Кореневский форт» обустроили тротуар. Пешеходная дорожка на лесном тупике не была включена в план этого года. Но по многочисленным просьбам жителей здесь уложили асфальтное покрытие. Протяженность тротуара составила 500 метров, а площадь – 750 квадратных метров. Мы городской округ, и мы, по сути, такой большой город. Ну, у нас есть и отдаленные деревни. Это и Матюково, Марусино, Токарево, Торбеево. Я их могу перечислять, но у нас их, по сути, 18, где-то больше, где-то меньше. И, понятно, наша задача, вот, должно быть комфортно, дороги, тротуары повсеместно. Всего в этом году в Люберцах привели в порядок 32 тротуара общей протяженностью 5 километров. Ремонтные работы провели за счет местного бюджета. Также, благодаря софинансированию Московской области, в городском округе отреставрировали 45 автомобильных дорог.